Меня зовут Аня, и сегодня я вместе с вами буду проходить новый квест в Шарараме. Он называется «Зачем же пираты приплыли в Шарарам?». Итак, давайте же поскорее начнем. Мы зайдем в сафари, Шарарам, и сделаем полноэкранный режим. Так, сейчас загрузится, и вы все увидите. Вот, день огня через 4 дня. О, круто, новый квест будет, и как раз о нем есть через 4 дня сниму обзор. Да. В общем, чтобы мы начали проходить этот квест, нам нужно пиратскую бухту, где стоит Джо Борн. Он нам должен дать задание. Ну, это логично. Пиратская бухта и пират. Все нормально. Да, спасибо, спасибо, все. Вот. Так. Извините, у меня чуть-чуть подлагивает. Вот, Джо Ворон, что-то происходит. В Шарарам приплыли пираты из разных стран. Это я их позвал. Я решил сделать пиратский журнал, но мне нужен фотограф. Ну, я за него. Сфотографируй всех пиратов, и я подарю тебе фотостудию в домик. Окей. Кстати, я вам хочу сейчас показать эту фотостудию. Изменить домик, вот. Моя мебель. Загрузись. О, ух ты, что это такое? Так это ж как профессионала-то. Слушай, я теперь профессионал буду. Так, вот это все убираем. Вот это нам вообще не нужно уже. Вместо этого мы ставим. Нет, а может быть вот так? Вот так вот поставлю вот сюда. Так, надо тут просто все спланировать. Вот тебя сюда. Тебя сюда. Вот сундук рядом поставим. Моя мебель. Ух ты, это что за штуковина? Ну, она прикольная будет. Я ее поставлю сюда. Так, дальше. Лампочки! Так, подождите, вот эту бандуру мы вообще убираем. Она мне нравится. Это сюда. Ух ты! Лампочка. И тебе сюда. А вот это сюда. Все. Какая у нас красота получилась. Красотища. Так, первым делом мы... Давайте отправимся в парк аттракционов. Ух ты, кораблик. Вот зараз там мы будем проходить эти квесты. О, печеньки, бублики. Слушайте, мне вот особенно с этим нравится. Она желейка вроде бы. Это мой рай, это мой рай. Так, ладно, кого-то надо найти. А, ну 6 персонажей, это мало. Черный корсар. Корсар. Не знаю. От моего парадного камзола оторвались алмазные пуговицы. Для фото мне нужны новые. Да ладно. Слушайте, если честно, когда он фотографируется, там только 4 штучки, а мы тут 20 должны собрать. Если бы Магда, я бы сказала... Сам иди собирай. Я тут не для того и приехалась, чтобы вам тут это... Ну, в общем, чтобы собирать. Больше нету? Нету. Ух ты, что это такое? Ух ты, а что-то оно... Что-то новая миссия появилась. Класс. Как раз следующий я ее и пройду. Все, решено. Аттракционов. Вот, уже заговариваюсь. Там, походу, их было 5. Сколько нам еще надо сучек? 15! Знаете, они еще 10 минут будут готовиться. Ну ладно, давайте уж проедемся по другим. Нет. Тоже нет. Может быть. Нет. Вот морской порт, там точно есть. Уверяю вас. Вот, все. Вот, тогда убери ты свой футбол. Класс, капитан утки великий. Че? Ужас. Новый юнга запутал все канаты на корабле. Ну, бывает. Но если бы я была новенькой юнгой, я бы никогда в жизни не запутала. В общем, вообще это флаг, он в прошлый раз фотографировался. Ну, Аня, наверное, не будет делать это. Ну да, флаг. Ок. А его бомбочка такая, тинтишка. Бум! Все потом взрывается.
и разлетается на мелкие кусочки. Да. Надеюсь, этот капитан Лимоней, который... Лимоней. Не будет сейчас лагать, да? Или опять лагать? Вот. Я буду фоткаться только своей повязки на глаз. У тебя же вроде глаз один есть. Зачем тебе второй прикрывать? Ну, я не дырку просмотрела. Ну, конечно. Дырку. Гладил, наверное, повязку. И прогладил. Ладно, зашей повязку, отметь подходящую. Не это точно. И не это. Вот не это. Вот у меня... Не-не-не-не-не-не. Нет, не у меня. Вот это. Ну, смотри, здесь она такая же. Теперь, надеюсь, остальных пиратов сфоткать так же круто. А я бы сфоткалась, не знаю, как. Я такая в крутой позе. Такая прям. В Сити, это я знаю точно есть. Ой, энергия. Там сакура и сакура. Капитан Ляо Сяо. Не могли лучше название придумать, а? А нет, не могли, слушай. У меня должна быть самая красивая. Давай фотограф. Давай фотограф. Самая красивая? Слушай, это у меня самая красивая. Знаю там. Все. Кликай на переключатель. Все, все теперь фонарики направлены на тебя. Так, давай посмотрим, сколько у нас сейчас осталось. Троих! Ну, одного мы знаем, где троих. О! Нет, мы там были. Не о. Там мы тоже были. Здесь были. Здесь. А здесь мы не были. Слушайте, мы здесь не были. Ух ты! Ты чё за бандура тут такая громинная стоит? Её можно как-нибудь отсюда свалить или убрать? Идём. Ладно, давайте идём. Ватердром. В общем, вы поняли, куда. Кораблик! Я такой себе в доме хочу! То есть я хочу... Вообще, вот этот корабль есть. Он такой воспламенённый. Такой класс. Огнедышащий. Я буду фоткаться только с всеми своими другами, я же говорю. Я же когда-то говорил, не помню, когда. Вот. Да. Вообще, видишь, они... Видите, они подсвечиваются. Он просто немножко просто. Нет, ну... Нету больше. Ок. Теперь найди остальных пиратов и сфоткай их так же круто. Вроде бы мы... Нет, у нас остался один, то есть найти его. Затерянный каньон. Какой хорошенький, какой няшный. Капитан Джон Стоун. Я буду фоткаться в самом ярком камзоле. Кстати, где он? Выбери для пирата камзол, на котором больше всего цветов. Вот этот. Умираю вас. Красиво. Все, давайте теперь тогда пойдем в смешмак. Если я еще не туплю. Если я не туплю. Точно, я не туплю. А мама, я пугается. Дальше. Куда пойдем? Где он был? Слушайте, где он был? Кажется, в морском порту. Или где? Я не знаю. Ну, я не помню, потому что я уже целых пятерых. А, нет, это было сначала. Кому камзу? Кому пуговицы? Алмазные. Бесплатно. 1 000 000 за штуку. Может, пахаться рацион? Не знаю. Ну, тогда посмотрим там. Петенюшка! Все! Беги. Я говорю, 4 штуки. Совсем уже. Беги к Джо Ворону за ворону. За подарок. Ладно, бегу. Со всех своих лап. 100-500 злобри. 100-500? Ладно. На главной площади появились страшные скелеты.
Ой, слушай, тут ему там надоело там стоять, он быстро-быстро побежал. А, нет, скелет. Чё ты такие злые? Ужас. О, это как девушка какой-то там. Ты что наделал, блядь? Ты что наделал такой-то? Прям плохой, да я тебе сейчас палочкой ударю. Что я не знал, это мы, пираты. После этой фотосессии мы превратим в скелетов и справляем все назад. А иначе тебе не взорвать. Да хватит уже, я не хочу, окей. Бухтун! Все, хватит мне иконку эту высвечивать. Хватит. Молодцы. Какой вообще прекрасный, я пришел попугая одолжить. Не срабатывает. Они посмотрели, у меня 101 место из 100 в рейтинге крутых пиратов, я мстю. Фу, безграмотный, не хочу с тобой разговаривать. Все, безграмотный. Да. А это, пираты никудышные. Язык чай не понимаю, дрожь кидать не могу и даже плавать не умею. А начнем с изучения языков чай. Аи! Это в! На чем близко клавиатуре? Нет, все русское. Крули, мурли, брум. Семье. В семье. А! Семье. Не. Не без. В семье не без. Ури! Ворон. В семье не без. Ворон. Купить дротики, ну 15 смешинок это мало. Вперед! Перекинула. Скатилась. Ладно, давайте. Да. Ты что не работаешь-то? Молодец. Дальше. Да я мазила-то уж такая, уж мазила так мазила. О, это игра на нервы. Слышишь, как высоко? Так, ладно. Соберемся. Вот так. Почти 50. Почти. $500. А там сколько надо? Я понял, как их дать дротики. Молодец! Что-то дальше по списку. Ага, понятно все. Плавать на спасательном круге будет учиться. Там-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Там просто баллы будут суммироваться, это легко. Ну, как кто как играет в эту игру. Это просто как бешеный катер, только не бешеный. Только бешеный Джо Ворон. Да. Да. Ну а что я только придумываю, не судите меня. 10, 5, 10. Не, вот мне бы сейчас 100 попало. Крутяк. Был бы. Нет, до сих пор не решилось. Ну а сердечко тратится? Кто мне об этом сказал? Конечно же никто. Yes. Направо, налево, направо сердечко. Направо сердечко. 100! 300! В итоге получила. Yes. Налито. А что ты глаз-то делают? А, они его ускоряют. Ну, конечно, пловец с меня никудышный. Ну, реально, хотя в жизни я плаваю не идеально. Но в игре... В игре хуже даже, чем в жизни. Да. 5. Умножить на 2. Вот бы было бы умножить на 10 сразу же. Круто было бы.
Я чего их не ловлю? Одна сердечко, мне нужно что-нибудь. Там. Осталось набрать 390. Фух, я же забыла, что тут суммируется баллон. У меня прям голова такая. Ой, нет слов. Ну, 390 баллов наберем, может, даже 400 на скипажане. 1-0. Все, это легко будет. 15, кружок, пятерка, 10, сердечко, 15, 5. Ну и где все? Где сот? Сотка. Ой. Стукнулась. На 5, так. Давай направо. Молодец. 3, 5, 10. 5, 10, 15. Нужно 4, все. 5, 10, тоже 40. Промазала. Мазала. Круто. Все, можете выходить. Все, до свидания. Пока. Спасибо за игру, я пошел. Реально, мне тут пора. Мне тут пора домой, чаек пить, с вареником. То есть сделать пельмешки. Я хочу вот так выбрать. Это давайте я... Мне теперь два домика получается будет. Давайте-ка проверим. Я-то. Нет, один. Ладно, давайте я тогда рассмотрю домик. Мне... Да не туда я нажала, мазила. Так. Класс! Здесь буду я. А здесь... Никуда больше зайти нельзя? Фу! Я думала, сюда можно зайти. Будет. Не, я себе лучше старый домик оставлю. Да. Мне вот этот... Все, мне он не нравится. Где? Потерял собственный домик. Этот? Просто у меня их там... Вот, да. Давайте теперь я вам... Мэджик. Я придумала, давайте-ка я превращусь на фоне... То есть, только Юрин. Ну, аппаратуры, в общем. Проще говоря. Так. Я сюда. Так, теперь. Пирати. Я на того дяденьку похожа. Сидит, прикол. Танцует. Я это не буду комментировать. Ужас, что за танец. Старомодный. О, только что я увидела, это меня поразило. Здрасте. До свидания. В аппаратуру помидорами разрешается кидать. Там... Что мне там написать? Там, ну, как он просто... Мне даже не пишет. Ну ладно. В общем... Так, что он еще может? Я просто задал... О, как раз бы... Ну ладно. Ух ты, как прикольно! Мне нравится. О, эмоции, как он показывает. Например, берем мой самый любимый. Эй! Я не хочу быть опять смешариком, я хочу быть этим. И я хочу, чтобы он называл огненный танец. Круто! Смотрите. Прикол. Крутяк. Мне нравится. В общем, под этот весело-старомодный танец я заканчиваю свое видео про шарара. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. С вами была, как всегда, Аня. Всем пока-пока!